Сегодня мы приехали в семью, где дедушка, вы помните, с бородой, он сейчас, мы от идем камеру, ну, он выпил таблетки, сейчас отдыхает. И мой репортаж видела Олеся, а также ее родители Елена и Сергей из Москвы. И вот они решили, чтобы я вам передал денежку. Держите. Огромное спасибо всем, кто помогает. Огромное спасибо и низкий поклон Олесе за ее участие в том, чтобы старики не нуждались ни в чем, за то, что она переживает за жителей Дамаса. Низкий поклон вам. Огромное. Спасибо большое. Благодарю за внимание, за доброту, за порядочность. Спасибо вам. Это такая помощь. Спасибо, Олеся. Спасибо. Вот дедушку смотрим за 2100 рублей.